О, Аллах Акбар! Все, все. Поехали! Дружественный, дружественный обмен. Так, ну что? Да, там Миха болеет. Вон он прижал. Да? Если ему не хватило 80 шаров, выпущенных мной, в принципе, в нужное место, то я думаю, что бесполезно. Пасечник? Я значит выхожу, вот здесь это туннель, вот тут это Леха стоит, прячется. Я выхожу, окей, он такой, окей. Война не кончилась. Выходи, Лех! Слушай, Миха, а как ты остался в живых, когда я стрелял, когда я выпустил из тебя всю огонь? Я, короче, значит, вижу летит шарик, я, значит, убираю. А, то есть ты вот так вот, да, короче? Да, матрицу, представляешь, я такой. Я, короче, хоп, кусты, значит, залег, слышишь? Я блевал ваши эти явки, пароли, и были сейчас удивлены, что тактики-то у вас нет. Оу! А? Были сейчас удивлены, что тактики-то у вас нет! Пошла! Эй! Давай, давай, заебись! Давай, давай! Ай! Что ж ты делаешь? Заходим. Ау!
убит. Ой, блин. Ой, мой лысый череп. Ай, готов. Такая мощная атака и весь в мыле. Особенно с этим автоматом. Правильно, он не подкрутил, я не подкручивал. Кстати говоря, нам надо все-таки раз и навсегда определиться, что делать с гранатами. В том плане, как их считать. Не кидать. Не, в том плане, как их засчитывать. И засчитывать ли их вообще? Засчитывать, конечно, попал в комнату, где все, там все мертвые, как играли, блядь, сюда. Нет, я только добежал до дерева. Не, ну, в принципе, пацаны, заметьте, что это оказалось почти реально, да? Да почти нет, реально, если мы домовую... Такой... Ну, домовуху вообще кинули, конечно, да, просто так. Правильно, говорит, надо просто две закинуть снизу на нижний этаж, они нахуй сами выкурятся оттуда, я могу. Не, я, короче, кинул, я вот здесь вот прошел рядом с ней. Я вижу, дым идет, сейчас я, думаю, возьму. На меня, значит, ветерок накинул, блядь, дым, я... А, да, она ядрическая, да. Пол упал там, короче. То же самое. Это твой лодер или мой? Мой. Твой, да? Ага. Ну, в принципе, пойдем. А стоп, нет! Лёха, бля! Ну, он не закрылся. Тебе повезло. Так я боюсь, что... Всё. Да нет, я думаю, нормально. Она здесь лежала? Да.